Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Сегодня у нас состоялась охота коллективная, так сказать. Вот Андрюшка, Матвей. Да, хорошо. Сергей, я вам уже показывал. И Рисма. Вот такой у нас результат. Самое главное, у нас сегодня собака. Рисма. Молодец. Да, прям конечно, устала. Находила, устала. Доставала. Жаловалась, что не в лучшей форме она. Вот. Рисали сюда. А как это было? Так сядь. Вы увидите, посмотрев это видео до конца. Всем доброе утро. Прибыли мы сегодня на утряночку. Опаздываем. Команда у нас сегодня из 4 человек. Это Серега. Всем привет. Привет. Это Матвей у нас сегодня. Они перекрыли нас. Андрюшка. Да нет. И Рис. Петр Первый. Это Рязка Кол. Рязка Кол. Выдвигается. Вот. Ребята вчера были на вечерке. Добыли 4 уточки. Уточка уже в окрасе. В окрасе уже красивая. Вот и смотрите в инстаграме. Да. Не забывайте подписаться на мой инстаграм. Прибыли на место. Был первый налет. Я замазал. Вообще обидно. Вообще до чертиков. Цапли? Вон она! Поднялась, блин! Пойду, пройдусь. Зараза, а! Есть одна! Одну взял! Ну? Нет, этих-то я сейчас поднял двух. Пух, все лежит, а утки нет. Да. Вроде битая была хорошо. Но пока не нашел. Риса, рис, здесь, ищи, здесь. Иди ищи. Рис, там, ищи, давай, девочка, давай. Иди. Там.
Там ищи. Ищи, там. Тут, да. Тут. Ищи. Ну вот он, прям. Вот кусты вот эти, вот перед ними, сюда. Там пух он. Она, видишь, скутнулась, тут пух один лежал. Ну, видимо, когда срезала. И ушла в камыши сюда. Мне кажется, она вот в этих кустах либо где-то застряла. Видимо, поднырнула. Пошли искать. Она может поднырнуть, блядь, и сидеть вот так. Ну она тут, видишь, облезла. Но она вправо ушла, приста, а влево не залазила сюда. Еще было бы, ну, не вода, а трава. Ну да. Было бы проще, наверное. Конечно, но в воде туда. Ищи. Ну вот, видишь, где она сейчас? Ищи. Вот тут было место. Ищи. Место падения было. Ну туда я в болотниках не пройду. Вот, я говорю, она упала, и здесь и дерево пошло. Да, она принесет. Стойку стала, смотри. Видел? О, поднялась. Вон пошла. Ищи. Там крутится что-то. Ищи, рис. Ищи. О, кто-то по воде стреляет. А? Ну, низом кто-то стрельнул по воде. Андрюха, наверное, добил это. Нет, было бы близко. Далеко. А вон она ее, вон взяла. Взяла, умница. Молодец. Блин. Красава. Красава, а все-таки там это. Ты умница моя, иди ко мне. Этот, надо сфоткать, как она в пасти-то тащит, не? У меня нет фотографии, аппарат. Иди сюда, блин, бедная. Слушай, ну трудовая утка. Да. А? Для собаки. Смотри, как она там бедная. Молодец вообще. Но она ее поймала. Она ныряла, она почему-то накрыла это как его. Смотри, снимай. Я снимаю, у меня камера. Ты посмотри, какая. Все, я влажу собаку. Вот ты бы, мы бы там хрен ее достали. Я вот здесь, я облазил все, поискал, нету. Смотри. Молодец. Ну давай, отключайся, блин. Молодец, умница. Иди, стрелку неси.
Лис, дай мне, дай мне. Подай, подай мне, дай мне, дай мне. Подай, дай. Молодец, молодец. Умница. О, с полем собачка красавица. Молодец, Рис. Ой, я ж прям вся занервничала. Умница. Она ныряла, она почему по ней, видишь, сделала там? То есть она там была. Она стойку сначала сделала. Я говорю, стойку, смотри, делает. Да. И потом она вот, видимо, в этих коряшках ее это ловила. Я говорю, она вот сюда ушла, не нашла она ее здесь. Ну да. Потому что здесь. Потом это... она, видишь, она видно причуяла или пошла туда, все правильно. Прям четко. Красава. Да. Да. О. Ну видишь, правильно, она под ранком, она туда за это. Да. Это она ее уже пожевала. Крижни. Белета уже не будет. Не, сейчас только с подхода ехать. Да, сейчас с подхода ехать.